Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Удивительная книга о китайской Тартарии». Значит, хочу предложить вашему вниманию вот такую интересную книгу о китайской Тартарии. Значит, покажу вам сейчас интересные места, поскольку она на латинском, по-моему, не знаю, но чтобы ваше внимание привлечь, обратите внимание, вот Тарта, Риспарс, часть Тартарии, значит, и Чина, китайская. То есть, вот они, эти китайцы, обратите внимание. Сейчас в этой книге я вам покажу, что эти самые китайцы ни хрена на китайцев-то и не похожи. Но перед тем, как вы, точнее, вместе с тем, как вы ее, эту книгу посмотрите, поскольку она на латинском, я хочу предложить вам, чтобы вы прочитали другую книгу. Есть, значит, вот такая книга у меня на эту тему, значит, ролик вот такой есть, «Ужасные самоеды» или «Сибирь в 17 веке». Написал ее Титов, «Сибирь в 17 веке». И, значит, в этой книге, ссылки я вам оставляю, как раз таки, ребята, и есть описание этой самой китайской Тартарии. То есть, я хочу, чтобы вы обязательно прочли вот эту книгу «Сибирь в 17 веке». И тогда, когда вы уже потом будете смотреть вот эту, ребята, книгу, то есть у вас уже сложится образ, вы будете понимать, о чем этот Титов говорит. Так, ну давайте, поехали. Значит, он очень интересный, написал ее какой-то Афанасий. Ребята, обратите внимание, Афанасий, так, Афанасий Кирчери, что ли, ссылку оставлю, можете сами все посмотреть. Здесь 70, по-моему, 6, что ли, рисунков, так, сейчас скажу точно. 68 интересных рисунков, поэтому смотрите, будете поражены. Обратите внимание, вот так она, Чина, Монументс и тыры-пыры тролливали. Написана она в Амстердаме, это нашел, помог мне мой подписчик, Михаил, спасибо тебе большое. Нашел в Нью-Йоркской библиотеке такую вот интересную книгу. Вот этот мужик, значит. Есть вот такая карта. Самое, что мне, ребята, сразу бросилось в глаза. Обратите внимание, есть вот такой текст. Ну да, как бы иероглифы, да. А дальше идет, так нифига и на иероглифы-то не китайские, не похожи, ребята. Я не знаю, что это за письменность. Но вот тут вот есть какая-то таблица, обратите внимание. И вы посмотрите, здесь как бы столько много есть, напоминают русские. Обратите внимание, Кио, Расу. Так, где-то тут Ки или Уй. Видите, да? То есть, я не знаю, что это за китайские такие слова, что с русскими буквами. Уй, видите, да? Расу, Кио, Йо, И. Вот они. Можете дальше сами посмотреть. Не знаю, может даже кто-нибудь и прочтет. Обратите внимание, что за шрифт интересный какой. Ни хрена он, ребята, не похож на китайские иероглифы. Видите, да? Какая-то другая письменность была. Что за письменность? Кто чего знает, кто что видел, присылайте свои догадки и версии. Так, ну поехали. Значит, будем. Еще карта. Опять-таки. Вот тут что? Тарта. Видите, да? Тарта. Магна. Могол, что ли? Видите, да, на какой письменности здесь написано? Что тут вот написано? Это опять-таки надо обращаться к Евгению Макарову. Может, он чего-то видел такое подобное и сможет прочитать.
Смотрите, ребята, вот этот вот, он больше похож на казака, чем на китайца. Обратите внимание, я не вижу здесь и китайских рисовых рож. Здесь нормальные белые люди. Читайте. Лама Тартарус. Видите, да? Калмак. Калмык, что ли? Тартарум. Тартарус. Калмык. Видите, да? То есть, даже калмыки на калмыков не похожи, которых мы калмыков знаем в сегодняшнем времени-то. Я еще что удивился, значит, на карте 1745 года. Ну, значит, я уже рассказывал тут у меня, что мой род идет с Верхнего Дона. Бабушка моя, она, фамилия у ней Калмыкова. Я думаю, откуда взялась фамилия Калмыкова? Думаю, она калмыком, на калмыков она, ребята, вообще не похожа. Потом встречаю на в атласе 1745 года упоминание такого народа, калмыки белые. Ребята, то есть, понимаете, да? Что был народ калмыки, белые люди, вот такие вот, где вот тут нам показывают калмыков, ну, примерно вот таких, да? И потом как-то эти самые калмыки окалмычились и стали вот такими монголоидного типа, понимаете, да? Что-то где-то нам не договаривают и где-то нас очень сильно, ребята, обманывают. Посмотрите, посмотрите. Я не вижу здесь китайцев, ребята. Книга очень интересная. Еще бы вот ее прочитать. Может быть, что-нибудь там нашлось бы. Но читайте ту книгу о Сибири. Ссылку оставляю. И когда вы будете там читать, у вас сразу будет образ, ребята, вот таких вот белых людей. Понимаете, перед глазами-то выстраиваться. Вот какие интересные. Смотрите, вот этот вообще, я не знаю, он больше на Пугачева похож. Где-то вот есть такая Пугачев в такой же шапке. Очень все это интересно, ребята. Я вот тут вот смотрю, был, значит, интересный стрим. Там собрались, значит, исследователи очень много. Мне вот очень нравится, допустим, нравится как рассказчик. Мне нравится новый, тут вот у нас коллега появился, Юрий Абарин. Рекомендую посмотреть его ролики. Он как раз-таки в последнем своем ролике рассказывает там о китайской Тартаре, рассказывает об Адухане. Ну, все это есть и вот в этой книге, в первой, которую я вам показал, «Сибирь 17 века». Тоже там много найдете интересного. Может, кто-то что-то и раскрутит, какую-то версию. Юрию, если он посмотрит мой ролик, предлагаю эту книгу прочитать. Там немного. То обратите внимание. Ёлы-палы, ну какие же это китайцы? Чина. Иллюстрата. Иллюстрации. Опять вот смотрите, три мужика. Что тут нам пишут? Так, тартары, тартар, септентина. Ох, ё-мо, чуть ли не сепаратист. Здесь какой-то вообще, посмотрите, кто это тут вот мужик сияющий? Что, ну, видите, да? Эти так вообще на казаков 100% похожи. Вот этот вот сияющий, это какой-то, видать, лучезарный султан. Смотрите, какие интересные, то ли змеи, то ли что это тут показывают. Ну, очень интересная книга. Так что, ребята, не буду вас задерживать. Смотрите, очень интересные здесь рисунки. Много, 68 штук. Так что смотрите на здоровье, подписывайтесь на канал. До свидания.